Пьешь уже. С вами команда КНДВ! Кого нашли, того и взяли! Питер, наконец-то пришла весна, пора любви, новых ощущений. Что происходит, девочки? У нас незапланированный конфликт. Как так? Вы же всегда были не разлей вода. Между нами цунами. Стоит, Агата стоит в сторонке, айфончик в руках теребит. Его появление у этой девчонки каждый тебе объяснит. Все, что тебя касается, прямой просто называется. Считают тебя окружностью с твоей-то наружностью. Агатулька, ай-яй-яй-яй. Кать, так это же наша песня. Действительно наш. Что происходит? Пошли вон отсюда. Грабитель Заика. Сумочка, сюда, быстро. Что, простите? Сама мама попросила. Нет, не слипнется. На радио у нас появилось радио. И наш звукарь Даша пытается стать радиоведущей, но ее не взяли. Даша, а если тебя взяли, что бы ты вела? Даш, кому интересно это старье? Вот если бы я была радиоведущей. Даша! Случай в семье, где очень громко разговаривают. Мама, мам, поставь чайник. Я не могу, я на даче. А следующая наша рубрика «Да хорош». Мало кто знает, но ухо у Богомола находится между ног. Итак, Богомол в консерватории. Иван Дорн после концерта. Спасибо. Ваня, ты когда вещи в химчистку сдаешь, хотя бы карманы проверяй. А что в них? Ваня, я люблю тебя! Все мы в детстве чего-то боялись. Итак, представьте самый страшный детский страх. Нет! Пожалуйста, попалась. Нет! Все, настал твой день. Ты больше никогда не вырастешь. О нет, переступи обратно! Иди, Даша. Центр. Ребят, идите сюда. Я серьезно, идите сюда. Даш, что случилось? В общем, мне все это надоело, играть в миниатюр вы мне не даете, поэтому я ухожу и создаю свою команду. Ребят, а в КВН поиграть не хотите? Конечно, давай. Хотелось бы закончить красиво. Благовещенск. С вами была команда КНТВ. Спасибо!